Раньше девушки делали наращивание ногтей с помощью акрила или геля. Сейчас эта процедура ушла в прошлое, и на смену пришел шеллак. В данном видео мы расскажем, как накрасить ногти гель-лаком. Самым первым этапом необходимо сделать маникюр, чтобы руки были в порядке. Затем берем бафик и опиливаем верхний слой ногтя. Берем жидкость для снятия липкого слоя, обезжириватель ногтевой пластины, наносим на салфетку и проводим по ногтям. Берем базу под гель-лак, она прозрачная, с помощью кисточки от флакона наносим на ноготки. Ставим сушить в ультрафиолетовую лампу на 30 секунд. На картон наносим цветной гель-лак красного цвета. Кисть окунаем в каплю шеллака и наносим на ноготок первый слой. Он кажется полупрозрачным, но так и должно быть. Ставим сушить в ультрафиолетовую лампу на 30 секунд. Наносим второй слой, сушим в лампе еще 30 секунд. Затем наносим третий слой. Тут можно наносить кисточкой из флакона. И снова сушим в лампе 30 секунд. Затем наносим топ, финишное покрытие, на ноготок. Оно прозрачное. Кладем пальцы в ультрафиолетовую лампу на 30 секунд. Вот и все. Шеллак готов. Получается ровное нанесение гель-лака на ногти. Все очень просто. Как вы могли заметить, на одном ногте мы сделали стемпинг. В следующем видео подробно расскажем, как это сделать. Спасибо за внимание. Всего доброго.